Здравствуйте, меня зовут Смолева Наталья, город Челябинск. В компании я с 2017 года. Принимала участие в программе «Изменить за 28 дней» в 2018 году. Тогда мне удалось избавиться от 11 килограммов лишнего веса, который сохраняла, пока не началась пандемия. Вес начал потихоньку возвращаться, а набирается вес, уменьшается здоровье. Появилась одышка, стало тяжело много ходить, начали напоминать о себе колени, сердце. Ощущала себя, как разбитая корыта. Поэтому, когда компания объявила о начале марафона стройности, я сразу же вступила в первый поток. Я знала, что программа работает. Надо только договориться с собой и начать действовать. А в основном помогают наставники проекта, нутрициологи, специалисты по питанию, фитнес-тренеры и специально разработанное меню. Не надо ничего придумывать. Бери и делай. Первый поток закончился. Я заняла третье место в своей категории. Потом по инерции продолжила питаться по программе во втором потоке, а затем плавно вошла в третий поток. Я шла на программу «Снизить вес и улучшить здоровье», и я это получила. Вес снизился уже на 11 килограмм, уменьшились объемы, появилась легкость, не болят колени, могу много ходить, успокоило сердце, повысилась работоспособность. Готова горы свернуть. Мне очень нравится, что марафон проводится коллективно. Принимают участие люди из многих городов России, Белоруссии, Казахстана. Мы общаемся в чате, где на любой вопрос можно получить квалифицированный ответ. Выкладываем фото интересных блюд, новые рецепты, делимся результатами. Лето проходит на сплошном позитиве. В планах продолжить начатое в четвертом и пятом потоках. Еще больше закрепить полезные привычки, не забывать про разгрузочные дни и физические упражнения. Приглашаю всех, кто еще думает, сомневается. Если хотите преображения, снизить вес, улучшить здоровье, вступайте в марафон стройности. Результат не заставит себя ждать. А если здоровье в порядке, то и жизнь в радости.